Спасательная операция развернулась сегодня во дворе одной из элитных многоэтажек на улице Хохрякова в Екатеринбурге. В 15:00 с лоджии на 14 этаже раздался истошный детский крик и призывы о помощи, которые были услышаны соседями, а впоследствии спасателями. Однако, поднявшись по 50-метровой автолестнице на указанный балкон, пожарные дали отбой тревоги. По адресу Хохрякова, 72, поступил вызов, что из 14 этажа маленькая девочка просит о помощи. По прибытию установили автолестницу на 14 этаж, попали в квартиру, там оказалась семейная ссора. Маленькая девочка с мамой поругалась, выглянула на балкон и кричала о помощи. А сколько лет на вид девочки? На вид девочки около 5 лет, 4-5. Маму, вызвавшую своей дочери истошный крик о помощи, журналистам удалось увидеть лишь одним глазком. Молодая и весьма привлекательная женщина отказалась комментировать семейную драму.